Ну, сейчас вспомню. Больше хилок надо. Блядь, он не отходить от него, наверное. Короче, когда красным сгорается, это полный пиздец, надо бегать. Он там еще когда-то меч кастует, это вообще не видно, блядь, когда. У меня, блядь, на экране пиздец полный. А, тварь ебаная. Я просто, блядь, не видно на этом хуйне. Чё, блядь, происходит?
сломай эту блядскую колонну уже. Пиздец, блядь.
Блять, как же нет, пиздец. Чел что-то стоит? Пиздец, блять. Видишь, нахуй я ничего. Встань! Странно, что, блять, ход не закрывает. Еще бы ход закрывал, был бы вообще охуенно. А, блять, он раскастовался, да? Ну вот, третья фаза. Чел, у тебя есть, блядь, третья фаза? Нет, дай ачивку. Наконец-то, блядь. Хуйта, не босс. 130 скатин дали. Великая руна Рикардо. Какая же помойка, не босс. Пиздец. Прослушать, что он там говорит. Великая руна Рикардо — это великая руна. И воспоминания о богохульнике. Это воспоминания. О, у меня все это время был лыкащейки с собой. Но нет, если бы я убрал среднего этого, легкого, точнее, не стало бы снаряжения. Хотя я вообще кольца использовал, на расходы меньшего К. Да, это оно. Так, верните мне мои кольца, во-первых. Блин, жалко, не свапнул в конце на плюс души. А здесь у меня что было? Это было. Так, прощай, дверь. Вот, две хилки еще остались. Так, и тут еще какую-то шмотку подобрал. Кстати, на нее посмотрим. Во-первых, оружие какое-то тут дали. В начале игры. Давайте посмотрим, что это за оружие. Даже не знаю, блин, у него нету статов, блин, зачем же оно было нужно? Оружие, которое не имеет характеристик, Пикающие. Ага, такая атака, да. Еще тыкающие. Ну, не люблю тыкающие, такое себе оружие. Размашистый, прикольно. Так, на бегу, ага, ага.
Силовая на бегу. О, прикольно, прикольно, да. Прыжки. В другом прыжке. Перекате. Выглядит так себе. А охота на великого змея это что? Ага, хуйня какая-то. А, и там еще какая-то броня была. Броня, кстати, я не запомнил. Давайте попробуем вычислить. Что у нас тут новое? А, по-моему, какая-то желтенькая была. Накидка глаз. Вот, вот эта штука. Глаз, точно. А коричневая накидка вверх кольчуги. Эмблема спереди указывает на то, что это снаряжение принадлежит слуге Гидеона Всеведущего. Глазам и ушам. Что это? Блин, что тут с освещением? Да лол, где свет? Света нет, давайте факел возьмем. Не знаю, к чему он тут лежит. Пусть лежит. А, и давайте посмотрим, что там из его этих крафтится. О, души, давайте заберем. Ноль душ. А, так, куда мне надо? Мне надо в... Сюда. Что-нибудь поменялось? Или не особо? А, так, ты, во-первых. А, силы запоминания... Это богохульник был, да? Чуть сделаю... А, кстати, не прочитал. Давайте прочитаем сначала. А, откройся. А, так, а где эти лежат? Вспоминания здесь вроде бы. Да, вот они. А воспоминания о Рикарде, богохульном владыке, высоченные на древе Эрт. А, сила этого героя может открыться частицы пальцев. Потратив воспоминания, вы получите великое множество рун. А Рикард обернулся огромным змеем, чтобы пожирать всех и вся, становиться сильнее и жить вечно. Становиться. А, знаю, путь богохульства долг и опасен. Тот, кто не готов согрешить, не сможет его пройти. А, и руну за него дали. А, нет, она, по идее, вот здесь должна быть где-то. Вот она. А, великая руна Рикарда. А, великая руна хозяина осколка Рикарда, лишенная благословлений. Направляйтесь к священной башне западного Альтуса. Она стоит на краю обрыва, побережья к юго-западу от Лейндела. Да, мы ее уже нашли. Сейчас мы к ней тоже сходим. Так, воспоминания. Тут даются богохульный клинок. И злоба Рикарда. Это заклинание на 40 мудрости и 18 веры. О, клинок скейл от веры, да? И бьет огнем. Священный меч Рикарда, богохульного владыки, останки бесчисленных героев, которых он поглотил, извиваются на поверхности этого клинка. Теперь они одна семья, связанная узами крови. Убийство этим оружием немного исполняет ОЗ. Встроенный этот кольцо злого глаза. Пламя Распойник. Возденьте священный клинок, чтобы зажечь нечестивое пламя. Ударьте им 8. Мощная огненная волна поглотит ОЗ каждого, кто окажется в области поражения. То есть она похилит нас, если поглотит. Это хилочка, типа. Так, из злоба Рикарда выпусти духов, которые несколько раз взрываются. 26 ОК. Две ячейки требует. А, кошмарная магия Рикарда, богохульного владыки, призывает плащих духов, оставляющих цепочку отстроченных взрывов. Эти духи — олицетворение ярости героев, погибших неестественной смертью. Во время встречи с повелителями их поглотил великий змей. Так они роднились со своим владыкой. Угу. Это который, короче, когда он кидал черепок, за черепком оставался след, и этот след потом взрывался. Это все бесплатно, кстати. Ладно. Хотя это все не буду, в конце игры это все не покупаю. Смотрю, сколько там этих мавзолей будет, что-то раздвоил. Так, вот здесь башня у нас. Вот если что было вот в этой пещере. Если мы вот здесь вот где-то прошли, тут вот спустились вниз. Шли в эту пещеру, прошли эту пещеру, там за после босса была башня. Да? Нет, это не тот костер. Да, это костер. Но пещера та. Крайней столицы. Открывайся. А кто такой тогда Маргит? Он же тоже в этой локации?
У него нет урона? Даже уже беги 4 урона. Марки тогда это какой-то ноунейм. У нас вот раз это Годрик, 2 это Родан, 3 это... Или вот это неполноценная руна. Понятно. Так, поехали. Супер долгий лифт. Я не знаю, тут вроде все обычно. Смысла досматривать ничего нет. 30 тысяч это один уровень. Босс, да? Ну, босс, вторая фаза все говна, первая еще такая, более-менее. Есть, конечно, странные атаки, типа плевок яда, который сложно понять, как доджить нормально. И вот эта штука, когда она вонзается в землю и плюется землей. Не плюется, там просто взрыв такой устраивает, который хрен задоджишь. Так, в принципе, не скучноватый, но пойдет. Вторая фаза, это, конечно, полный кусок говна. Или корона Рикардо. Что делаешь? А, восстанавливает ОЗ при убийстве врагов. А, лицо злого глаза, я понял. Но, наверное, там много восстанавливает ОЗ. Или корона хозяина осколка Рикардо. Ее благословение восполняет ОЗ после убийства врага. Полубог Рикард, один из детей Ринала и Радагона. Еще один ребенок у них. Сколько у них детей, блин? После того, как Радагон женился на Марике, Рикард стал пасынком королевы, скормив нечестивому змею самого себя. Рикард потерял все. Великую руну и остатки совести. По-моему, это уже третий сын Радагона, как минимум. Если не четвертый. Мне кажется, даже четвертый. Ну, лайфстил за убийство врагов не звучит особо. Типа, чтобы это работало, то есть это же не постоянный эффект. Это, блин, эффект, который нужно активировать. То есть после смерти он пропадает. Он как бы помогает не умирать, то есть ты хилишься. Ну, мне кажется, не получать урон выгоднее. Чтобы отхиливать хп, тебе надо как бы быть не full хп. А если ты не full хп, у тебя есть возможность умереть. И мне кажется, с огромнейшей полоской хп это будет нормально работать. Где-нибудь там вкачать 60 хп, какие-нибудь кольца на плюс хп. Короче, куча-куча хп, чтобы это все не отхиливать, просто вот этой лайфстилом хилиться таким. Хотя, в принципе, есть кольца, которые пассивно хилят. Кажется, они даже эффективнее, то есть они больше отхилят. Плюс, ну, кольцо, плюс щит. И пушка, которая вот эта вот, как у меня. Который за атаки просто восстанавливает хп. Так и слегка восстанавливает ОЗ. Мне кажется, суммарно это все будет эффективней. Хотя, ну, короче, вопрос в том, сколько он там отхиливает. Если он там пол хп за убийство отхиливает, это, конечно, имба. Но я сомневаюсь, что там будет пол хп. А, хорошо. А, давайте еще души потратим, наверное. Чем я там еще остановился? Что мне до этого было? Вулкан и... А нет, не все, кстати. Там еще одно место мне надо доисследовать. И там куча, кстати, предметов, которые я не знаю, как подобрать. Возможно, я где-то еще проходы напропускал. И потом пойдем в столицу Лендейл. Это все не сегодня. А, дайте левел. Ты. Кстати, можно сверху на все посмотреть. О, это что, это за могилье? А, кстати, да, это, по идее, за могилье. Там вот замок этого Годрика. Это священная башня Лиурни, это сама Лиурния. Это место, куда мы до сих пор не можем попасть. Это рай Лукарии. Это священная башня звездных пустошей. Это там, где он Гуранг сидит. Блин, прикольно, что все так видно. Жаль, в туманчике все. Ну, я так думаю, туманчик нельзя отключить. То есть это не из-за погоды. То есть какое у меня время? Ранний вечер. Давайте ранее день сделаем. Мне кажется, не отключится туманчик. Он специально сделан. Ну да. Он остался.
Малое древо R, тот, который снизу спуск. Там возле моста еще одно. Там вот замок Рыжей Гривы. Там, по идее, сейчас дырка должна быть. Ее тебе не видно. Там у нас звезда же упала. А там дерево, я уже не помню, что за дерево. Ну-ка, здесь же отсюда можно смотреть. Латаальтус, вулкан. Это стена. Прикольно, прикольно. Что все это можно видеть. Что такая целая локация. А следующие локи отсюда видно? Ощущение, что все следующие локации, они все выше, выше и выше. И с предыдущих локаций их не видно, потому что предыдущая локация ниже. Но при этом, попадая в следующие локации, видно предыдущие. Это столица или стоп? Нет. А, да, это, походу, кстати, столица. Это там мы сейчас бродим. В этой столице. Туда не заглянуть. Ну ладно.